За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 15 аварий, в которых 2 человека погибли и 18 получили травмы. Утром в Учелинском районе 35-летний местный житель за рулем Volkswagen Passat на опасном повороте не справился с управлением и вылетел в кювет, где в последующем перевернулся. В результате водитель погиб на месте аварии. В Зилаишском районе 33-летний житель Сибая, управляя автобусом «Газель» в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», по предварительным данным выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Гранта». В результате аварии 59-летний водитель «Лады» скончался на месте ДТП. А вот в Салавате на выезде из города в сторону Стрельтамака произошло ДТП с участием 3 автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель «Газели», двигаясь по улице Первомайской, не обеспечив безопасного расстояния, совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris. В результате данного ДТП водитель Hyundai Solaris и 2 его пассажира, среди которых был несовершеннолетний пассажир, доставлены в городскую больницу города Салавата с телесными повреждениями различной степени тяжести. Иные участники дорожного происшествия не пострадали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.